Хей, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Розовая Пантера. Право на риска. Короче, здесь что-то вообще превратилось, все. И дождь теперь идет. Фон Шляпин, с тобой все нормально? Да, да, прости. Пантера! Не нужно! Речь. А где все детки? Не могу говорить, нужно отдохнуть. Фон Шляпин? Фон Шляпин? Я должен остановить дождь. Фон Шляпин может утонуть. Дождь. Нельзя промокнуть. О, собаки. Хера себе у него планы. Теперь понятно, почему они за этим всем стоят. Ладно, вытащим палку. Кто-то заклинил пульт управления. Наверное, в этом причина дождя. О, вытащи. Кто-то заклинил пульт управления. Наверное, в этом причина дождя. Не, по идее, это еще не конец. Ломик. Лом! Полетели, полетели. С помощью лома вытащим. Приходите в другой раз. Так, следы какие-то. Они все роботами стали, походу. Отличная работа, Пантер. Гениальная. Может быть, можно отдохнуть? Отдохнуть? Дети пропали, мы не... А что тут тогда было, ты красненькая? Плохо нарисовано, что ли? Какие подозрительные следы. Они ведут к самолету. Погнали. Пошляпа. Я обнаружил странные следы около озера. Думаю, за этим что-то скрывается. Не делай поспешных выводов. Нельзя вздрагивать от каждого шороха. Домики попадали. А ну-ка, в домиках все в порядке? А мы еще с вами в этой, в Америке не были. В Австрии, то есть. А. И как мне туда попасть? Как металла какого-то оплавленного. Может, в компьютере что-то горит? А ну-ка, дайте я проверю и продолжим. Так, но я все равно не понимаю, как мне туда попасть. У меня никаких активов нету, ничего такого. Лагерь пользуется таким успехом. Как это? А вот он не робот. Как мне попасть туда? Фон Шляпин, ты знаешь, я высоко ценю твой интеллект и уважаю тебя, но ты уверен, что мы не недооценили эти следы возле озера? Ты хочешь славы? Ну так действуй! Я тебе больше не нужен! Ты не слушаешь меня! Мне все это надоело!
оставь меня в покое. Но я все равно не понимаю, что мне делать. Ничего не могу с собой поделать, но все же эти следы – ключ к разгадке. Ну, погнали. Мы еще... Не очень ясный след, но это все, чем я располагаю. В этих еще двух не были. Прошу вас занять ваше место и пристегнуть привязные ремни. Наш самолет готовится к вылету. Так. Настоящее путешествие в мир живой природы. Сначала крокодил, а теперь пантера. В смысле? В смысле крокодил? Добрый день, розовая пантера. Вас приветствует авиакомпания Аэрошаттл. Наш полет будет проходить на высоте 12 тысяч метров. После того, как мы выйдем на заданную высоту, вы сможете отстегнуть ремни и свободно перемещаться по салону. Что за брошюрка? Известный своей агрессивностью предприниматель замахивается на новую собственность, на этот раз выселяя престарелых обитателей счастливого дома с их земель. Его ничто не остановит, заявил директор счастливого дома, если он положил глаз на земли, пригодные для строительства, его закусочный пёс-бургер. Закусочный пёс-бургер. В лагере звонкое эхо хо? А, возможно ли это? Довольно все возможно. Ты точно знаешь, что эта штука не включена, Мопси? Да, определенно. Но для большей безопасности я приглушу свет. Ну уж, на этот раз мы все сделаем правильно. Ага, учтем прошлые ошибки и сохраним инкогнито. Он даже не поймет, что это угон самолета. Мы просто будем летать себе вокруг света. И он не сможет больше мешать папаше псу. И удрать он тоже не сможет. Точно, Луи. Ему не хватит мозгов воспользоваться парашютом опять. Но даже если хватит, он никогда не додумается подождать 10 секунд, прежде чем дернуть за кольцо. Ну, чтобы не закрутиться вокруг самолета и все такое. Окей. Поехали. Ты можешь протянуть мне руку? Мой народ всегда протягивал руку белым людям, но в ответ получал лишь предательство. А как насчет розового человека? Мы никогда не видели розового. Обещаю, я не принесу вреда твоему народу. И не приноси злодейских товаров тоже. Злодейских товаров? Сигарет, спиртных напитков и прочей ерунды. Мой народ... Глаза не видел этих ужасов никогда раньше. Обещаю, я не принесу вреда твоему народу. Окей, мы спасены. Да, здесь другой. О, тут сразу две локации нам показаны. Так, муравьед. Тут должны, по идее, муравьеды обитать. Как их много! Изображение. Это называется дендроглиф. Резьбой на деревьях отмечены места захоронения близких. Некоторые аборигены
мумифицируют своих умерших родных и хоронят их в таких местах. Понятно. О, веточка. Там наверху эвкалиптовые листья. Любимое лакомство коалы. Могу пойти забрать? Могу. Пахучий. Черепаха неактивна. Ха, как их много. Это неактивно, неактивно. Ладно, еще раз дерево. Это называется дендроглиф. Мне очень интересно было просто второй раз слушать. Наш холст — это кора деревьев. Мы рисуем на коре и используем ее для других полезных дел. Наш холст — это кора деревьев. Мы рисуем на коре и используем ее для других полезных дел. Это отмечено. Показывает, что из части дерева было выдолблено мое каноэ. Мы берем столько, сколько нам нужно. И никогда не срубаем целое дерево, чтобы сделать одно маленькое каноэ. Окей. И что мне делать? Ветку кидать? Ты что спятил? Если я съем это, у меня голова кругом пойдет, я не коала. Так, я тоже не коала. А что делать, я хер пойми. Муравьи, дерево. Я смотрю. Ой, ты довольно ловкий парень. Не мог бы ты собрать для меня личинки жуков? Ну, это такая мелочь по сравнению с тем, что ты спас мне жизнь. Еще сколько животных приплыло. Ой, я мог туда пойти. Я утконос. Неужели я всегда так смешно выгляжу? Давайте сразу сваливаемся. Бог услышал мою молитву. Палку себе забираем. Я сумчатая. То есть ношу своих малышей в кармане, в сумке. Не просто в сумке, а в моей личной. Хочешь посмотреть? Джоуи, ну-ка иди сюда. Что, мам? Правда, он очарователен. Мам, ты меня смущаешь. Окей, черепаха. Есть вопросы про наш буш? Нажми на кнопку, и я явлюсь. Где мне раздобыть личинки насекомых? В буше, конечно. Ты должен воткнуть остроконечную палку поближе к корням деревьев и прислушаться. Если будет шевеление, значит, там есть готовые личинки. Спасибо. Окей. В кору дерева, да? Конечно, это не дерево, но... Ура! Здесь полно личинок! Я выиграл! Я не хочу... Ладно, ладно, давайте поговорим с ними. Ты что делаешь? Настраиваюсь. На что? Вон на тот огромный термитник.
давай, муть. Ах, как их много. Я плащеносная ящерица. Я очень спешу. Я не опасна. Извините, не могу болтать. Должна бежать. Окей. Настраиваюсь вон на тот огромный термитник. Так, слюнки текут, да? Так, похуй взять не могу. Ладно, погнали тогда. В принципе, насекомых я нашел. Дадим тому мужику. И посмотрим, что да почем. Угадай, которая пантера не будет спать в постели для гостей? Ха. Попробуй, это мясо кенгуру. Детям нельзя есть мясо кенгуру. От этого у них бывают ночные кошмары. Что вы говорите? Потому что так больше взрослым достанется. Нет, не надо играть на этой дудке, пожалуйста. Ты украл мои личинки? Нет, держи. О, спасибо. Я знал, что ты их достанешь. Окей. Это наш тотем. Наши священные животные. На них нельзя охотиться в здешних лесах. Наши предки перенесли их к нам из наших грез. Каких грез? Время мечтать. Найди себе такой же, и я сыграю тебе. Научу тебя, как мечтать. Этот инструмент называется... Дигериду. Он сделан из дуплистого дерева. Он так и хочет, чтобы я пошел за той палкой, которая на улице. Ну, погнали. Забираем палку тогда. А, ее взять нельзя. Ясно, круто. Но мне нужен термит, походу. Давай речь. Вон на тот огромный термит. Мне уже не нужны. Так, слюнки текут, да? Ха, как их много. Ладно, что у нас есть? Окей. Давайте, когда я найду решение, вернемся. А, не знаю, короче, давай. Передумал? Да, передумал. Бумеранг. А что, у меня варики есть, что делать? А, ну хотя... Знаете, что можно сделать? А, пойти, короче, сейчас Джункин. А, позвонить в этот, в Динтон. А черепаха же. Его! Нахера ты зубаешь? Выпать черепаха. Ну, сейчас посмотрим. С природой в мире я теперь. А ты звонишь мне в дверь? Да. Ты не могла бы мне сказать, что такое флигериспу, то есть каламасу, или визерифу? В общем, сам не пойму. Тебя интересует дигериду? Это музыкальный инструмент аборигенов,
сделанный из огромных ветвей дуплистого дерева. Он звучит так. Да, точно. Пока. Окей. Ну вот, у нас есть палка. А я ее уже могу взять, ништяк. Это еще не дигериду. Она должна быть полой. Ну, давай, нужно заставить его сожрать термитов. И мы с помощью него дудку сделаем. Да. Лёнкитикот, да? Не совсем. А ты можешь сделать дудочку из ветки? Это занятие для малышни. Эй, жалко. Эй. Два, один, ух! Так. Поехали. Создавай дудку. Не подведите меня, крошки! А. Молодцы, ребята, спасибо! Ну, теперь погнали сюда. Так, короче, юзаем дудочку. Так, обхвати ее губами и дуй. А я расскажу тебе про времена вез. Короче, это придолго. Тогда вы пока смотрите, что это видеоролик, и я пошел. Еще идет. Across our lands they sail. For all the 40,000 years.
settlers first arrived, they claimed this land belonged to no one. Долго. Наконец-то. Все, неужели? Во времена грез люди могли превращаться в свой тотем в любое время. Правда? То есть, если, например, кто-то из ваших людей захочет превратиться, скажем, в крокодила, он сможет это сделать? Во времена грез? Конечно. А в наше время нужно, чтобы твой дух был неразрывно связан с мечтой. И тогда может получиться. Как ты думаешь, а Кьюмакен смог бы такое сделать? Раньше я был уверен в нем. Он знал только одну нашу землю, наш народ и наш язык. А сейчас он хочет жить в большом городе, ездить в особый холодный лагерь и слушать какое-то хо-хо. Так что, не знаю. Он еще не прошел обряда посвящения у мужчины. И если он этого не сделает, то никогда не сможет воспользоваться своим даром. А что значит посвящение у мужчины? У нас свои обычаи, ой, и свои традиции. Я не хотел вас обидеть. Извини. Ты просто не знаешь, что случилось с нами. Это была наша земля. До колонизации Австралии мы, аборигены, как вы нас называете, были хозяевами этой земли. Это было наше царство. 500 тысяч коренных жителей проживали здесь до прихода белых людей. Половину истребили. Сегодня мы составляем всего лишь 1% населения Австралии. Мы? Мы всегда были очень гостеприимны. Первые белые люди, прибывшие на нашу землю, не были переселенцами. Так ты же белые. Они были заключенными. Преступники? Наш народ принял отверженных белых людей. В ответ они попытались уничтожить всех нас. Как это случилось с тасманцами, которые полностью вымерли. И поэтому вы считаете, что если ваш ребенок находится вдали от родины, мы должны помнить нашу историю. Ой. Не так уж давно белые люди отнимали у нас наших детей. Принуждали нас жить в резервации, заковывали в кандалы, избивали нас за то, что мы говорили на своем языке и исповедовали нашу религию. Они заражали нас заморскими болезнями, пытались сломить наш дух. Извините нас. За что? Ты нам ничего плохого не сделал. Надеюсь, ты не болен какой-нибудь странной болезнью?
Если быть розовым холостяком болезни, то и не пытайтесь меня вылечить. О, крокодил. Крокодил, Юманг, это ты. Я узнал твои глаза. Он прибыл сюда из лагеря «Звонкое эхо-хо». Дух Кьюмэнг. Значит, в лагере случилась беда. Там, откуда пришел Кьюмэнг, очень опасно. Он говорит, что тебе нужно срочно вернуться туда. Скажите ему, что я выезжаю. Сейчас же вызову свой самолет. Не беспокойтесь, я секретный агент. Ваш сын в надежных руках. Я знаю это. Розовая пантера. Походу, сегодня мы закончим, так сказать, проходить розовую пантеру. Меня всегда вот так пугала вот эта обстановка. Это мне тоже может пригодиться. Привет! Роботы. Мы просто бесим. Чего нюхал? Мне вот из-за музыки было жутко. Вот так бывает, если не выждать один час после еды и плюхнуться в воду. Ладно, пойдемте. Так. Эта старая рухлядь точно не работает, поверьте. А что за чертежи? Ладно. Не суть. Цыплят по осени считают, папаша пёс. Я беру это в качестве улики. Хорошо. Что здесь у нас? Есть что-то? Мне молоток бы найти. О, изи. Теперь мы, короче, пойдем сейчас туда, где доски. И досками... Доски откроем. Эта старая рухлядь точно не работает, поверьте. Ну пойди все. А что еще здесь могу сделать?
Залетаем. Еще не настал подходящий момент. Я не могу делать вид, что все хорошо. Никаких сил. Никто никуда не уйдет, пока мы не выполним все мои планы. Предупреждаю, я все расскажу Розовой Пантере. И ты окажешься в глубокой луже. Тебе будет еще хуже, чем настоящим деткам. Надеюсь, ты меня понял? Так, где настоящие дети? Ты, ловкий трюкач. Не понимаю, о чем ты говоришь. Розовая Пантера! Да, это я, начальничек. Да, нужно иметь настоящий нос, чтобы такое придумать. Я ничего не мог поделать. Он шантажировал меня. Он сказал, что сделает из детей гамбургеры, клянусь. Похитить детей и превратить звонкое эхо-хо в одну из твоих гамбургерных закусочных? Как низко ты пал! Вот так. Тебя упрячут за решетку за это. Неужели? Ты не сможешь ничего доказать. Это так? У тебя не хватит улик, чтобы предъявить мне обвинение, Пантера. Я упустил где-то важное доказательство, но даже если мне придется перевернуть весь этот лагерь, я найду его. Так у нас уже есть. У нас же все есть. Алло. Континиум, континиум, ладно, погнали сюда. Тут ничего нету. Возвращаемся. А можно сходить еще в этот? Здесь я ничего такого не вижу. Что могло бы мне помочь? Тут вообще ничего нету. Прошу прощения, но у нас кончились индивидуальные пакеты. Вылет задерживается. А. Я помню, где-то должен взять пылесос. И с помощью него нам нужно... Только где его взять? Довольно такой моментик. Смотрим. Взаимодействовать. Домики неактивные. Ладно, давайте я пока найду, потом продолжим. Во, короче, здесь... Вот где, оказывается, ребята, оно было. Я, короче, хотел игру свернуть, нажал сюда, и оно открылось. Оказывается, доска была активная. Найс. Ну и все, тогда у нас все с вами есть, что нужно. Это мы какой раз к нему залетаем? Пятый? Тебя упрячут за решетку за это! Неужели? Ты не сможешь ничего доказать. Это так? Я обнаружил небольшую заметку о тебе в журнале «Личный самолет». Не говоря уже о несколько преждевременном вывешивании флага пёсбургерной. А вот улики, доказывающие, что так называемые детки на самом деле не настоящие роботы с дистанционным управлением, папаша-пёс. Очень умно! А вот проект превращения лагеря «Звонкое эхо-хо» в одну из твоих закусочных «Пёсбургер». А также расшифрованное иероглифическое письмо, где говорится, что настоящая Чион отлично проводит время. Чуть не забыл про эту занятную открытку, которую ты отправил родителям Найджела. Там ошибки на ошибки, при том, что Найджел отличник.
мой план отлично сработал. Я запрограммировал роботов, чтобы они ненавидели лагерь. В связи с этим Большой Совет Лагеря закрывает это место, и я теперь могу открыть здесь свой ресторанчик. Не желаете жареной картошечки к вашему гамбургеру? Здесь не будет никакой картошечки и никаких гамбургеров. Я найду настоящих детей и засажу тебя за решетку. Я тебя не боюсь. Напрасно. Взять его. Так, что мне делать? Ну, только бежать. Мне остается только бежать. Спрятаться в подвал. О, пылесос, найс. А, типа очень темно, я понял. Можно использовать ее для освещения. Нет, батарейка села. Давай к удлинителю. Да, она же короткая, нет? Ну а я о чем же? Вот удлинитель. Теперь все правильно. Я готов для небольшой игры в прятки. Так, поехали. Один. Сразу вижу второй, вон плавает. Раз, два, три, четыре, пять. Большой нос! Я иду тебя искать! Так, здесь. Марка? Палау! В трубе кто-то шевелится. Давай выходи, где ты там? А здесь в дымоходе никого нету. Все попрятались в других местах. Приходи в другой раз. И хвост этого вон он. Ты мерзкий пес, псище! Знаете, я вот всегда... Осталось только найти детишек. Я любитель искать пасхалки, поэтому я всегда замечаю самые такие крошечные детали. И плевать, на каком буду я смотреть это все дело разрешение. Мы попали в ловушку, но теперь мы свободны. Мы очень счастливы, что наши родители, бла-бла-бла. Shared our greed. If we could do this, we can do.
А чё он в такой одежде? А, ещё не надо. Как его изменили? Мы скучали по тебе. Ты нас спас. А ты знаешь учить летнюю магию в мире? Что происходит? Что-то очень страшное. Мне уже все известно о проделанной работе, Пантера. Это впечатляет. Вас представляют к награде за это. Я в этом не сомневался. Хорошего вам. Сегодня поступило огромное количество запросов. Вы всем нужны. Ясно. И вам уже, конечно, известно мое новое назначение. Очень опасно. Разумеется. Задание подразумевает владение боевыми искусствами, шпионаж и рыбные палочки по средам. Рыбные палочки по средам? Да, работа под прикрытием. Вы будете официанткой. Я уже заказал сетку для волос. Что вы себе позволяете? Проделана огромная работа! Возьмите себя в руки! Ложкой вилка. Служба есть! Служба! Ну, ребят... В принципе, это все. Что можно сказать о игре? Даже несмотря на то, что она 1997 года, довольно хороший сюжет. А есть свои локации. Для детей помладше можно даже изучить там всякие историю той или иной страны с помощью той Википедии, которую нам дано в пике. Да, в пик. Ну, давайте, короче, тогда досмотрим до конца и закончим. Может, будет наверное продолжение. Конечно же, есть продолжение, вы уже видели. Когда я игру сворачивал, ну, типа, закрывал полностью. И главное, что-то никак не скипается. Так что просто черный экран уже. Рукой типа машу вам. Долгая песня.
А давайте я подожду, когда песня закончится, или хотите дослушать ее? Тогда давайте дослушивать. Понятное дело, что по пасхалкам тут тоже довольно скромно, потому что тогда это еще не было типа мейнстримом, чтобы в играх было определенное количество так много пасхалок. Но они постарались сделать это. Долго. Хочу кушать. Это сколько уже? 4 минуты, да, идет музыка. Ну, в принципе, по 10-бальной оценке можно было бы поставить и... Хотя... Она вышла довольно много часов. Ладно, девяточка. О, дудосы пошли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стрельба. Знаете, если так посмотреть, то кажется, что будто я рисую, да, на черном фоне. Давай быстрее кончайся, я уже слышу конец. Неужели? А, все, ребят. Да, все. Ну, а давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем пока.